Сегодня у меня такой отдыхательный день. Там вон залив. Пока не очень жарко. Решил пробежаться по лесу, посмотреть, что здесь. Ну, заодно мусор собираю, алюминиевые банки. Решил, что не так сложно. Природа будет чище. В конце концов, они накопятся. На килограмм можно будет сдать. Раз все равно на пункт приемки езжу. Вот такая вот штука. Вообще непонятно, что это такое. Я сначала подумал, когда вот это вылезло, что это какой-то ствол пулемета. Фиг знает. Внутри оттуда вылетело. А, я уже потерял, что вылетело. Ну, в общем, маленькая такая железка. И там еще какая-то фигация. Это как будто шестеренка или что-то такое. Ну и вот, вот такая вот непонятная фигация. В общем, копаю пока железяки. Ну, жарко, комары. Ну ничего, физический труд на свежем воздухе — самое то, что нужно. Город осточертел уже. А вот эта железяка, которая оттуда выпала. Непонятная. Ладно, покопаем еще вдоль дороги. Иду по лесу. Металл попадается. Что-то эта локация закончилась. Нет больше ничего. Сейчас сделаю перерывчик. Потом подумаю, может, на машине кто-нибудь сгоняю. Ну вот такая вот тут красота. На берегу сосенки, песочек. Ты решил попробовать использовать коптильню как духовку. Посмотрим, как получится. Ну что, в общем-то, готово. Без корочки, правда, но я думаю, что все равно вкусно. Шел вот тут по траншее, зацепился за железяку, смотрю, тут такой маленький бункер бетонный. Интересно. А я, короче, сегодня снимал. Кажется, что я без звука все снимаю. Ты лопух. О, какая. Ага, офигенно. Вообще. Кабинетный патина. Ага. Вот оно счастье черного копателя. Настоящего черного, который копает черное железо. Да. Финские клещи. Намного интереснее. Эх, жалко, обломанные. А может, не обломанные. Намного интереснее, чем пеньки. Да. Вещь. Ну, по каталогу найдешь. Класс. Все. Поздравляю. Спасибо. Медведи гонят. Ага. Пуговка какая красивая. Угу. Непонятно для чего, конечно. Вот товарищ нашел такой вот клинок, блин, здоровенный. Держи. Я такой же почти нашел, только подубитый. Вот интересная находочка, такое колесо, ключик, сапожный молоточек. Подковки тут. Какая-то ручечка латунная. Подковки, подковки. Вот два осколка от плиты с клеймами. Ну, тут, тут всякое. Такие какие-то грабельки. Вот это интересные инструменты. Это, видимо, тоже от телеги какая-то. Ступицы или... Вот это что такое, кто знает, скажите. Часто нахожу, непонятно что. Ну, тут замок дверной. Это вот товарища находки. Ну и тут вот всякие железяки.
Тут собрал еще грузиков керамических, сетевых, финских. Вот такие, в общем-то, находки. Ну, еще в машине. Сейчас покажу. Ну, вот это утреннее. То, что я записывал. Оказалось, что записывал без звука. И тут вот самое интересное, это вот такая вот штука. Это, короче, такая лебедка. Вот она вот здесь вот так вот разъединяется. Вот здесь был деревянный ролик. Он рассыпался, когда я доставал. В общем, такая мощная вещь. Отличная по весу. Ну и там всякий длинномер. Ну там ничего такого интересного особо нету. Всякие засовы. Всякая фигня. Вот это только еще. Как будто какая-то выхлопная труба или дуло пулемета. Непонятная штука. Ну, то, что достаточно тяжелая. Железячку с монетками? Ну, по ходу дела. Ну, открывай. Ее только ломать, наверное, придется. Николашки. Давай на капот. Пеньки. Железный сигнал. Мы же теперь железо же копаем. Блин. Да, мы копали железо. Вот железный сигнал. И монетки. Это находочка. Камушки. Она медная, похоже, да? Но угу. Камушки интересные. О, смотрите, это просто обожаю. Это керосинка была. Эти колесики, они такие классные. Колесико забираем. Ну, смотрите, какой финский погреб. Туда же лезть страшно. Ну что, подошел к концу одного дня. Вот товарищ нашел еще вот такой вот, блин, нож. Вот такой вот нож. Офигеть.